Привет всем, дорогие друзья, подписчики и зрители, как всегда, моего канала. С вами сегодня диспетчер, и сегодня я хочу вам показать очень и очень на букву О-чень. Ладно, шучу. Сегодня, дорогие зрители, покажу, как регистратор заснял не просто НЛО, а рядом с ним пролетел самый необычный, а может и самый такой скоростной корабль пришельца. То, что вы сейчас увидите, у вас, наверное, будет множество вопросов сказать, или мне сказать, или вам сказать. Но там, дорогие зрители, я убрал звук. Почему? Что там были много матов, когда люди увидели, когда мимо них пролетело НЛО. А дальше, которые ехали машины, очевидцы, они просто-напросто, чуть авария не случилась, рассказывал очевидец на самом деле. Что там было и что потом исчезло, я не знаю. Но вы можете, конечно, подписаться на этот канал, если хотите узнать, что будет дальше. Но я надеюсь, вам покажу этот еще ролик, может, наподобие этого ролика. У меня их таких, ваших подписчиков, моих, ваших. В общем, я все в кучу сейчас это говорю, потому что я на эмоциях увидеть самую эту интересную картину. Ладно, короче, смотрите и удивляйтесь.